Да, пожалуйста, сэр. Пердушка вам чего? Сильное утро. Да, кусочек. И утром сыр, и вечером сыр. Надо... Вы вообще мне жрать не даете в последнее время. Жри то, что есть жрать полезно. Вот еще не иду, утром надо кушать. Ночную ночью. Ну как, вкусненько? Угу, бомба. Нам ее тоже будет прибортовать. Что? Колеса. Вообще надо стоять, любимый. Что она будет стоять? Несешь на твоей езде. Ты пяток? Да. Это хорошо. Сильно сделай, короче. Кипяток надо прям. Угу. Хорошо. Спасибо. А потом? Минутку, подожди. Ну, маленько протекло уже. Не, не ешь. А я знаю, что кушать. Вот она улетает. Вообще тебе не острый ее. Надо другую что-то искать. Видите, как какую-то покупал, когда в бутылке. Тоже стеклянный. Три небес она острая. Острая она. Ты привет просто, наверное, к ней. Дай подожди. Mm? А, ты привет будешь? Да, что должно быть. Спасибо. Я думал, немножко горячий согреть, потом думаю, это на этом не остановится. Ну да. А что? Ты последнюю погрел? Что? Горячку. Mm-mm. На завтра еще ставил? Молодец. Капни мне сюда тоже чуть-чуть. Вон оттуда, да? Да, я видел свои глаза. Я тебе говорю, капни. Ничего у тебя капли. Нормально. Две столовые ложки. Ну что, капать же. Можно. Ситуатор нужен. Да. Суп жру, еще что выглядываю, что там, еще что-нибудь. Вот что с человеком делают, сибирские морозы. Я морозы не боюсь. Ну, я тонкие колготки совсем еще влажные, сапоги были. Я поставила сушить твои свои. Так что не потеряй. Чего? У меня память плохая, могу забыть, где твои сандали. А в ванне? В ванне. Посушить поставила. Тоже влажные. Обувь мои? Да. Ну, посушишь, приятнее утром одевай. Сегодня мы, по-моему, с тобой заходили на вахте в магазин этот строительный. Там тарелочки такие классные, эти железные продаются. Не... Маленькие. Угу. В них погорел и поел, что? Что это было? Штука.
чтобы тебе тепло было. Спасибо. Чтоб ты сибирские морозы не А что ты в суп никогда не ложишь майонез? Не нравится. Вкус теряешь. Наоборот, он красивший становится, вкуснее. Натуральный суп вкус теряется. Сколько перебортовка стоит? Тысяча. Для себя. Так полтора. А четыре колеса? Четыре колеса. А может за колесо? На острове, да? Угу.